убираться! Вавилон не единственное место, где встречаются висячие сады. Наши, впрочем, не служат убежищем для монстров. Делайте, что вам сказано, и убейте его! Брось с моей дороги!
Thank you.
заслужил победу! Я и не с такими справлялся. Эту часть башни заполонила растительность. Здесь все заросло. Воли столько удовольствий. Oh!
пока еще можете. Я нашел нужное место, но не в то время. Чтобы активировать эту башню, мне нужно вернуться в прошлое. Слушай, Рубин.
за подкреплением! Thank you.
Я все еще могу научить такое чему. Не дайте ему пройти. Thank you.
Ничто! Это ты. Похоже, ты удивлена? Я удивлена только тому, что ты настаиваешь на отсрочке неизбежного. Почему ты помогла мне? Я не знаю. Возможно, наполовину потому, что ты напоминаешь мне об императрице, о той, которой я хотела бы видеть ее. Что ты имеешь в виду? Как и ты, она знает свою судьбу. Она видела ее в потоке времени. Но в то время, как ты сражаешься с судьбой, она смирилась. Она приняла ее. Говорят, что знание — сила. Но мне кажется, что это яд. Знание даты и причины своей собственной смерти угнетает ее. И чем ближе этот день, тем сильнее боль. И ты хочешь, чтобы она сражалась со своей судьбой, как я? Возможно, это придаст ее жизни хоть какой-то смысл. Ты сказала, что это всего лишь половина причины. А вторая половина? Я всю свою жизнь знала то, что записано в потоке времени, невозможно изменить. Но внутри я желаю тебе успеха. Думаешь, у меня получится? Нет. Но я восхищаюсь твоей настойчивостью. Спасибо. Твое имя? Я даже не спросил, как тебя зовут. Кайлина. Тебе нужно... Песочные часы уже наполовину пусты. У тебя мало времени.